Сегодня Дания сыграет со сборной Ирландии. Для нас этот матч не имеет особого значения, но для игроков это не так. Любой вызов в национальную сборную – событие крайне приятное и важное. Надеюсь, игроки считают так же и не подведут наши ожидания. Очень хочется, чтобы игра получилась интересной. Посмотрим на состав хозяев. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. В этом матче команда сыграет по схеме 4-5-1. Да, тренер решил предельно насытить опорную зону. Команды начинают эту игру. Поехали! Виктор Фишер. Кристиан Эриксен. Симон Кьер. Тут может что-то получиться. Эриксен. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Кристиан Эриксен. Кристиан Эриксен. Это может быть опасно. Это легкий мяч. Других хозяев, кроме голкипера, здесь по эпизоду не предвидится. Виктор Фишер. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Посмотрим за этой атакой. Вперед он мяч тащит. Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. С углового подает Эриксен. И игрок обороны выносит мяч прямо с линии ворот. Вратарь сейчас просто обязан его поблагодарить, потому что защитник действительно здорово сыграл. Даррен Рэндольф. Сохраняет игрок мяч в непростой ситуации.
Киран Кларк. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Оставляет мяч. Есть гол! Счет открыт. Ну что, лиха беда начала? Да, хочется надеяться, что этот мяч окажется не последним в этой игре. Игра на опережение и быстрота мышления. Вот так можно было бы это описать. Да, действительно так, и защитники в этой ситуации выглядели просто статистами. Один ноль. Сейчас будет веселее. Виктор Фишер. Это может быть опасная атака. Но так нельзя играть вблизи своих ворот. Свисток арбитра угловой. И нам повторяют гол, благодаря которому команда выходит вперед. Не удалось вратарю предугадать направление удара, и на долю секунды он опаздывает с прыжком. Навешивает с углового. Ер! Выше ворот! Хороший удар головой. Он удачно выбрал момент и прицельно пробил, как казалось, но мяч в створ ворот не попал. Шейн Лонг. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Кристиан Эриксен. Я думаю, прессинга мы от них не увидим. Будут они ждать, пока мяч к ним сам придет. Это может быть опасно. Шейн Лонг. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. Удар! Удар в перекладину. Момент. Нет, офсайд. Виктор Фишер. Из этой атаки может получиться что? Это явный фол. Посмотрим, какое решение примет судья. Это горчишник. Вполне справедливый. Ну так нельзя играть, конечно. Бесспорное нарушение правил. Здесь, по-моему, все однозначно. Явная игра в ногу, а не в мяч. В футболе такое всегда карается штрафным. Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Пока неплохо. Хорошая игра защитника. Чисто сыграно.
Кристиан Эриксен. Удар! Вытаскивает мяч голкипер. Великолепное спасение. С такой-то дистанции удары вообще редко отбиваются. Шейн Лонг. Может. Пас на ход партнеру. Ударище просто. Ну, это совсем не точно. Тут он сделал ставку на точность, но удар у него, мягко говоря, не получился. 1-0 после первого тайма. Неплохо он смотрелся на поле в первом тайме, так ведь? Так, ну, я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Но одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум парочку. Оставляет мяч. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. Удар! Удар! Перерыв закончен. Команды на поле. Арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм. Поехали. Кристиан Эриксен. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. На пару решили разыграть эту комбинацию. Виктор Фишер. Очередной точный пас в его исполнении. Эриксен. Эриксен! Какой сейв! Вратарь творит чудеса! Свисток арбитра у главы. Надо забивать, поэтому тренер решился на замену. Посмотрим, поможет ли. Навешивает с углового Эриксен. Не увенчалась успехом эта атака. Кристиан Эриксен. Это может быть опасно. Поторопился игрок с рывком. Вне игры фиксирует арбитр. А у нас сейчас будет замена. Посмотрим, как после этого поменяется игра. И вот потери в центре поля. Кристиан Эриксен. Виктор Фишер. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Эриксен. Вот это удар! Штангу мяч угодил. Играй! Защитник надежен, разрядил обстановку, дал возможность передохнуть своей команде. Виктор Фишер. Штрафную подачу. Есть там кому сыграть. Да, это называется добрый вечер. Удар у него явно не получился. Видимо, мяч попал в угол головы.
замену у нас уходит игрок с желтой карточкой. Абсолютно понятное решение тренера. Это может быть опасно. Не получился навес. Мяч выбит первым же игроком соперника. Виктор Фишер. Защита надежно играет. Мяч отобран. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Шейн Лонг. Пока неплохо. Эйден МакГиди. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Лассе Шен. Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. Браво, голкипер. Сегодня он играет очень уверенно и надежно. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Отлично сыграно, надо решать. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Мяч будет введен из аута. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Тоже выйдет победителем. Ждать осталось совсем недолго. Эйден МакГиди. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Довести до ума эту атаку так и не удалось. Вот так пас, Эриксен. Великолепная передача. И это должен быть гол! И подает штрафную. Забирает мяч. Основное время этого матча заканчивается через 4 минуты. Глен Уилла. Он бьет. Мимо ворот пролетает мяч. И эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Удержать победный счет или его увеличить? Тут разные могут быть тактические варианты, в том числе и замены. Долберг. Я добавляю 3 минуты. Так, теперь все вперед. Вратарь вперед. Все вперед. Атакуем. Эриксен. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Нарушение и штрафной удар. Эйден МакГиди. И может быть последний шанс в этом матче. Штрафной удар. Итак, звучит финальный свисток. Думаю, что тренерский разгон будет примерно таким, как если бы матч был официальным. Ну, тренер-то у них серьезный, естественно, и для него все равно. Товарищеская встреча или на первенство водокачки, установки его должны везде выполняться одинаково. Он неплохо сегодня смотрелся, хороший матч. Отлично он сыграл. Кстати, забил решающий гол. Это так,
напоминание. Ну, я думаю, что и тренеры, и болельщики все должны быть довольны сегодняшним результатом. Что касается Эриксона, ну, что сказать, по большому счету нечего. Ничего не создал, ничего не реализовал. Провальный матч. Оставляет мяч. Штрафную подачу, и есть там кого сыграть. Удар! Удар! Эриксен. Эриксон. Вот это удар!